как она делает себе хвост. Вот. Сегодня зашла в Эклиду, купила у них вот такой хвост, вот такой. 360 рублей или 390 рублей, прикиньте. Во, вот эта красота. Причем есть и амбре, есть и разное. Вот. Сколько стоит? Что сколько стоит? Не пойму вопрос. Если не секрет, духи. Духи обошлись в 2400. В 2400 со скидкой, я потому что 3 флакона купила. Короче, 2400 мне обошлось вот вместе с флаконом вот это вот дело. Если я вообще хочу сказать, что я купила Юле два аромата свекрови, вот этот вот, что-то, по-моему, порядка 6000, что ли, я отдала, или 5000, короче, не помню. Но мне еще сделали именную скидку, вы не забывайте, правильно? Да, всем привет. Раньше думала, крутые упаковка духов. Нет, там у нее вообще очень много разных крутых упаковок. И хрустальные есть. Короче, Склифосовский. Буду я... слушайте. Прям бомба. Да? Короче, хочу сделать гладкую прическу и вот этот вот хвост. Вот этот хвост. Чтобы не приляпали, наверное, высоко. Ну, не знаю, что получится. За 360 рублей уж можно взять и попробовать какой-нибудь пробный, попробовать пробный вариант заделать. О, да? Красота. Вообще, да? Обожаю, конечно, длинные волосы. Обожаю. 15. А, мне вчера вот одна девушка еще пишет, говорит, Юль, а вы не пробовали, типа того, делать наращивание волос, вот, типа того, приходите, я вам сделаю. Я говорю, я 15 лет наращивала волосы. Представляете? 15 лет я наращивала волосы. А, сейчас покажу еще, какие серьги я купила. Вот, 15 лет наращивала волосы, и я испортила и так свои, не ахти, да? Я говорю, вообще какая-то я ненормальная, лучше бы я отращивала бы это все время, а не наращивала. Так, сейчас покажу, что еще. Так, смотрите. Вот еще я какую купил бомбу. Вот. Та-да-да. Та-да-да. Завтра, наверное, приоденусь. То есть две таких сережки. Одна с крестиком. Так. Так, нет таких. Там уже, наверное, нет таких. Это все из масла. Она мне сделала на заказ. То есть там можно разной консистенции заделать, если вы про духи. Я не знаю, про что вы спрашиваете. Я извиняюсь. Так. Ой, блин, сейчас я, во-первых, надену очки. Ой, у меня тут, знаете, столько в директ пишут, учителей пишут великое множество. И не так, и не сяк, и наперекосяк. И вот делает и это, делает то. О, смотрите, у меня какой крем тут в сумке для рук. Корейский, кстати. Взяла с собой. Я сейчас вообще еду кататься на коньках. Вот, остановилась тут вот прям на набережной. Так, Юлия Геннадьевна, красивая наша. Спасибо. Так, дальше, значит, смотрим. Тут у меня с собой косметичка. Я вся такая черно-розовая, красивая. Прям про волосы. Есть, конечно, 360 рублей стоит этот каниколон. Ну, в принципе, прическу из него можно сделать, ну, пару, может быть, тройку раз. Я, короче, буду делать. Хочу сделать высокий хвост. И вот этот каниколон, чтобы она мне или в косу заплела, может, две косы. Ну, короче, не знаю, взяла, а там посмотрим. Да, всем привет. Так, губки давно кололи. Вы знаете, я подкалывала, когда, мне кажется, месяц назад, 0,5 я брала, я показывала все. А вот, так, пантера. Не знаю, мне это или не мне адресовано. Ну, короче, пантера. Так, я что ищу? Я ищу второй телефон. Я же обещала каждый день делать розыгрыш, а у меня ни хрена не получается. Кстати, сейчас покажу, какая я тут красивая. Сейчас. На заставке. Где заставка? Эу! Эу! Сейчас. О, это тоже я. Собака. На фотосессии. Так. Второй телефон взяла. Очки взяла. Ни хрена не вижу. Вообще. Вообще ничего не вижу. Ни финты. Сейчас попробуем хотя бы что-то. Мне же нужно исполнять обещания своим подписчикам, да? А то я только все ля-ля-ля-ля, тополя и финты. И ничего не выполняю. Вообще безобразие, да? Что-то очки грязные, что ли? Так, давайте, пока мы будем и болтать с вами. О, кстати, о птичках.
Ну, вот так вот лучше, да? То есть мне вот так вот больше нравится. Кстати, на мне обалденный костюм, мы сейчас поснимаем, на мне обалденный костюм купила Victoria's Secret. А это такая ангорка с махером. Вот такой вот джемпер, там еще были молочные цвета и короткие-короткие шорты такие теплые. Так, вот, костюм розовый зимний, просто бомба, он вам очень идет. Да, сама балдею вообще, если честно. Кстати, я вчера очень переживала, на лыжах была, мы там валялись в снегу, да, вы видели. И, короче, он мне потом как-то стал, вот помните, у меня была история с курткой, которую я купила в Москве. Куртка Ice Play была, и там был вот такой вот вставлен синтепон черный. И после, я вообще ее когда, я ее даже не мочила, ту куртку. Я ее такая на следующий день надеваю, на дневном свету вот этот черный синтепон стал как-то прокрасил вот этот розовый. И у меня вчера был то же самое с этим костюмом. Но это просто все намокло от снега, и как то ли черная подкладка. Тут вот видите еще что в куртке, вот такие вот штуки. То ли тут черная, короче, тоже она у меня почернела, я говорю, ну все, пиздец. Думаю, опять, блин, придется делать возврат. И вообще, я говорю, так мне нравится, неужели он такой некачественный? Нет. То есть он высох, этот костюм, и все стало вообще, вообще просто шикарно. Все то же самое, то есть костюм обалденный. Смотрите, тут какой мех, все это отстегивает, вообще красота, да? Так, вот слушайте, тут значит, как научились не зависеть от мнения других? Да никак! Я завишу от мнения других. С чего вы решили, что я не завишу от мнения других? Мне тут вот, я сейчас еду, да, я выставила вам в истории, да, пишет, а как вас называет доченька? Ну нет, в принципе, у меня все нормальные подписчики, и я, в принципе, никому не хамлю. Если уже там просто хамство идет, да, в мою сторону, естественно, я тоже могу нахамить, но, в принципе, у меня тоже, знаете, прям меня сейчас прям колбасило ответить, да, да тебе какое дело, как меня называют, Юля, сноха, да, и где Володя? Вот думаю, вот вам какое дело? Я говорю, мам, она меня называет мамулечкой, на самом деле так и есть, то есть мамочка, мамулечка, вот, и где Володя, я написала, что, ну, спросите у Володи, где Володя, вот и все, если вам это интересно, и вообще, лучше, мне кажется, интересоваться своей личной жизнью, и вообще своей жизнью, и ее улучшать, качество в своей жизни, если вам интересна другая жизнь, другого человека, то, значит, с вами что-то не то, это мое такое мнение, прям 100%. Мне вот вообще абсолютно неинтересно, у кого там где муж, куда делся он, пропал или он есть. То есть я слежу за человеком. То есть в Инстаграм я, допустим, там наблюдаю там за кем-то, и мне, в принципе, без разницы. Ну, показывает она мужа, показывает, не показывает, ну, хрен с ним. То есть мне интересен не муж, а мне интересен, допустим, человек. Что он говорит, как он говорит, а вот эти вот все, типа того, куда, чё, как, где сын, где муж, где папа, где мама, это вот это я прям, я не знаю, зачем это вам надо, непонятно. Да, неудобно, спрашивать личное. Так, сейчас. Так, привет, красота, мамулечка, лопатулечка, им просто скучно в пробках есть. Ну, может быть. Так, значит, что мы делаем? Мы сейчас, я загружу комментарии. Блин, я понимаю, что это... Леночек, привет, моя дорогая. Короче, смотри, по поводу Москвы. Я тебе сейчас отпишусь. Я назад полечу, не назад, а туда я полечу с Наташей Сисиной. Она сегодня прилетает в Саратов. А улетает она где-то вот в этих числах 8-го. И мы, я говорю, так, короче, на тусик давай, 8-го я рву когти своим девочкам, и мы полетим с ней вместе, вот. Так что 8-го я, скорее всего, прилечу в Москву, но я тебе отпишусь, то есть как Сисина решит, когда она отчапает из Саратова, может, ей тут надоест, я тогда раньше с ней приеду. Ты знаешь, я не люблю в самолете передвигаться одна, а вот если я с кем-то, то мне уже как-то поспокойнее, вот. Так, жду инфу. Да, обязательно, моя. Так, слушайте, значит, что мы делаем? Что мы делаем? Я сейчас нахожу аккаунт, у меня тут другой телефон, и я сейчас нахожу аккаунт Калачева, да? Я нахожу Калачева Джулия. Так, Сисина, прикольная фамилия. Слушайте, вообще, с Сисиной вообще усышься было. Мы с ней когда познакомились, я говорю, слушай, а что ты вот это вот взяла фамилию мужа? Я говорю, ты что не оставила свою фамилию? Она говорит, ты знаешь, у меня не лучше была, у меня, говорит, фамилия была Козлова. Вот,
Поэтому, короче, что Козлова, что Сисина, ну, зато запоминается. Вот. Так, отпад, фамилия Сисина. Мне бы тоже подойдет. Я говорю, хорошо, не Писина, да? Нет, ну она зато вообще обалденная. Я прям вообще это такая тёлочка, вообще огонь. Так, на что? А, короче, мы вот на эту публикацию, вот на эту публикацию. Мы сейчас определим победителя, я вручу 1000 рублей. Кстати, у меня завтра будет публикация с духами, не про шляпки, потому что там будет разыгрываться 1500. То есть там будет 1000 от меня и 500 рублей от магазина «Доза», где я сегодня была. «Доза! Доза!» Вот. Вы давно не взвешивались? Вы еще... Нет, я не похудела. Я начну взвешивание после Нового года. Я буду активно взвешиваться на новых весах, вам показывать. Ну, после Нового года, вот как раз, наверное, не после самого Нового года, а после моей поездки в Москву, наверное, вот так. То есть я съездю на встречу с тёлочками и начну тогда взвешиваться уже на новых весах. Так, 771 комментарий. Слушайте, ну давайте, вот я их, значит, сейчас 771 комментарий. Вот я на них нажала, на эти 771. И я сейчас сижу, и я буду их загружать, эти комментарии. Вот, чтобы они все сейчас загрузились. Вот, мы сейчас их загрузим, 771 комментарий. Так, вот, я гружу комментарий на этот пост, да. Все достоверно, то есть можете вообще, то есть не пукать, не переживать. То есть все у меня достоверно, я сейчас загружу комментарии. И тыщеночку получит человек опять методом тыка. Вот, Юлька, когда в Москве на встречу позовешь, вредина? Слушай, ну давай, вот я скажу, когда мы будем. Мы будем встречаться, будем 8-го, 9-го, скорее всего, и 10-го. Мы там будем мотаться по местам. Я тебе, короче, скажу, ладно. Так и быть. Нет, алло, на самом деле, то есть приедешь. Будет с тобой интересно встретиться мне. Вот, то есть мы там будем девчонками, ну подкатишь к нам. Вот. Посидим, пообщаемся, я не знаю, там куда мы, может, пойдем, скорее всего, может, гулять на каток, может, даже на катке где-то встретимся, потому что я хочу сходить на каток, мне уж больно понравилось в том году на ВДНХ вообще. Так, и мне скажи. Так, ладно, скажу. Встреча 8-го у нас в Москве, подтягивайтесь, вот Леночек пишет. 8-го, да, Лен, а ты где? Встреча, слышь, как это, на деревню дедушки, да? Приезжайте, тёлочки. На деревню дедушки. Так, загрузить еще комментарии. Загрузить еще комментарии. Ну все. Все. Так, вот, смотрите. Так, загрузить еще комментарии. Вот. То есть все, да? То есть я загрузила. Вот они, 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 вот. Да что-то мало не может этого быть. Я что-то не пойму. А в чем дело? Что за херня? Почему? То есть 771 комментарий. Что это такое? Кто знает? Ну, загрузить еще комментарии. Тут какое-то ограничение, что ли, стоит? Слушайте, а может быть мне тогда сегодня с Юльком это все сделать? Может, попозже, а? Давайте, наверное, сегодня я сделаю, но... Ага, загрузить еще комментарии. Ну, почему не грузить? Не могу понять. То есть комментариев много. 771 комментарий. Ага, все, погнали. Все, загрузились. Загрузились. Потому что комментариев много, и я смотрю, что-то их там как-то мало. Все, правильно. Так, так, если опять Коршунова выиграет, надо будет фамилию менять. Так, я тоже хочу на встречу. Оба-на. Зачем? У нас встреча женщин и девушек. Мы мужчин на встречу не зовем. Вот. У нас женские встречи. Вот вы знаете, вообще я хочу сказать, что почему-то вот в основном как-то ведут активный образ жизни женщины. Вот я вот наблюдаю, да, то есть женщины больше как-то ходят и в кино, и в кинотеатр, на катки, там, я не знаю, там, да, вот мужчины какие-то пассивные. И я вот знаю, что очень много женщин и девушек жалуются на то, что мужья никуда их не выводят, никуда с ним не ходят. То есть пришли, типа, уставшие после работы и пипец. Легли на диван и лежат, или пьют дома. Все. То есть почему-то, когда конфетно-букетный, значит, период, все это активно, мужчина ухаживает, везде ходит, потом все что-то затухает, затихает и все. Что-то вообще я не пойму. Вот.
на встречу. Зачем вам на встречу? Вы вот со своим женам организовываете встречи. Вот в чем дело. Так, что-то мало у меня комментариев. Слушайте, давайте, наверное, до вечера. Мы, может быть, даже в сторис. Знаете, как сделаем? Сегодня вечером, то есть мы сейчас где будем, там будет интернет. И мы попозже, даже, может, не в прямом эфире, потому что там может прямой эфир сорваться, да? А, потому что, ну, 771 комментарий, а тут вот я кручу, их вообще нет. Они где? Я что-то не врубаюсь вообще. Просто. Что за херня? То есть я попрошу, чтобы мне вот Юля моя помогла, потому что это вообще не дело. Вообще не дело. 771, а загрузилась херня. Все, ладно тогда. То есть будет вот в сторис тогда, я, значит, загружу, все в сторис я продемонстрирую. То есть вот на эту публикацию будет розыгрыш 1000. Потом вот на эту публикацию будет розыгрыш сегодня. Вот на эту публикацию будет розыгрыш. И вот на эту публикацию. То есть на 4 публикации сегодня будет розыгрыш у нас. Вот, все будет, то есть все комментарии загрузим. Я не понимаю, почему, что за херня. То есть приедет мой специалист по инсте, Юлечек, моя доченька, и она мне поможет это сделать. Потому что комментариев много, а телефон почему-то не загружает. Не врубаюсь, почему. О, привет из Венеции. Слушайте, я обожаю вообще этот город. Обожаю. Была там 2 раза, но не ночевала там. То есть мы там не останавливались в гостинице. А, причем один раз я, по-моему, ездила давно, когда мне было вот 23 года. А, мы ездили в экскурсионный тур автобусный с подругой. Вот. И просто прекрасно провели время. То есть были Рим, Флоренция, Венеция, вот, Пиза. То есть прям отлично так, я помню. Это вообще моя первая такая настоящая поездка, потому что я всю жизнь вообще мечтала, в первую очередь, если бы мне удалось, я загадывала поехать за границу, то это однозначно будет Италия. Вот, и я поехала в Италию, и в Венеции, вот я побывала тогда, вот я помню, вот с подругой мы были на просто экскурсию у нас была по Венеции. И потом вот с Владимиром и с друзьями. Мы, слушайте, а мы там ночевали ведь, по-моему, ночевали. Но мы постоянно были гашеные, то есть мы выпивали, веселились, смеялись, танцевали. И, в принципе, да, по-моему, в Венеции даже ночевали. И у нас там ночевка была, да, чтобы побольше походить, погулять, посмотреть этот прекрасный город на воде. Вот, кофе пили на центральной площади Сан-Марко. Вот, да, если я не ошибаюсь. Так что Венеции большой-большой привет тоже. Вот, так, как у вас там с коронавирусом, кстати, обстановка в Венеции? А, ну вот, видишь, как всегда, блин, я уеду в город с 5 по 10. Ну ты прям лягушка-путешественница. Так, 814 комментариев. Все, сегодня мы будем вечером, сейчас все сделаем как положено. Комментарии бывают ограничивают. Короче, все сделаем как положено, не переживайте. Лучше через программу и проще, удобнее. Попробуем это все сделать. То есть сегодня вечером все будет, 4 победителя будут оглашены. А можно к вам на встречу? Я с вами была на марафоне. Да у меня не будет, девочки, встречи. Ой, блин. Ё-моё, телефон упал. У меня будет встреча с подругами. Ну, я тогда скажу, в каком мы отеле будем, да? В принципе, если захотите, можете подтянуться, почему бы и нет. Может, так и сделаем. Ну, просто там на пару часов кофе попить и пообщаться. Давайте тогда, так и сделаем. Я там буду с подругами, заодно познакомитесь с моими фитоняшечками. В Италии не женятся, обдерут потом их жены. Ну, уж не знаю, почему. Давайте вечером, да, все, сделаю все вечером, да, все. Юля, когда еще прилетишь в Москву? Я в горы еду до 10-го, ну так обидно, блин, встречу 2 года жду. Когда я приеду, ну вот, я не знаю, может быть, я там останусь до 11-го, то есть как карты лягут, ничего не могу сказать. И тогда, то есть я тебе напишу. Почему мужчина пассивный? Мы с семьей ездим на коньках. Я не имела там конкретно вас в виду, но в основном мужчины, особенно возрастные мужчины, пассивные. В основном. Привет из Кан. Каннам привет тоже. Так, жду вас в гости. Так, Журавлик, ты как фанера под Парижем снова. О, точно.
так, и мы вас ждем, и мы ждем в гости. Слушайте, ну как вот я вообще просто, я обожаю гулять вообще. Вот по Парижу, да, Ницца, в Каннах мы не были. А вот та же вот Венеция, обожаю вообще Европу. И, блин, как только вот это все закончится, наверное, я прям туда махнул с удовольствием просто походить, попить кофе. Так, жди подарочек, завтра едет в Саратов. Ничего себе, вот это да. Спасибо, всех с праздником. Привет из Нью-Йорка, ё-моё. Слушайте, какие вы у меня вообще, а? И Нью-Йорк, и Канны, и Венеция, и Москва, и Питер у меня там. Смотрите, мисс Оксана, розыгрыш был. Розыгрыш сегодня вечером будет. Вот сейчас я смотрю, у меня там комментарии вообще все не прогружаются. То есть я вышла в эфир сейчас объявить победителей. Вот, сегодня вечером, сейчас я подожду, моя Юля приедет, и мы объявим 4 победителя. Цвет куртки мечта, бомба, как раньше конфетки были. Ну, ты знаешь, я не знаю, какие конфетки. Гейша были такие конфетки, кстати, мои любимые. Они были вот наподобие такая вот, да, такой цвет. Вообще, мне тоже очень нравится этот цвет, очень нравится. Я, честно скажу, в том году еще присмотрела этот костюм, в том году. Вот. И в этом году, наконец-то, себе его купила. Думаю, а почему бы нет? У меня есть комбинезон очень красивый, цвета Тиффани. Есть черный костюм, тоже Наоми. Вот. Но в комбинезоне, девочки, вообще очень неудобно, честно скажу. То есть вот так вот в туалет идти, это целая история. То есть его надо полностью... Кто имеет комбинезоны, те... Мне тут, блин, названивают. Непонятно кто. А кто имеет комбинезоны, те знают, да, что с комбинезонами это отдельная история. Слушайте, а я тут сейчас стою, я сейчас поеду по Энгельскому мосту. Стою вот здесь. А, я сейчас еще забегу в брудершафт, мне надо столик забронировать. Вот, кто имеет комбинезоны, те знают, да, что это прям беда. Поэтому вот я купила отдельно куртку и отдельно штаны. Сегодня мы еще хотим покататься на коньках. Вот, сейчас я еду за город. Сейчас вот в брудер зайду, узнаю, что у них там будет с столами. Вот. У нас уже вообще просто так темно, вы даже себе не представляете. Вот время в Саратове сейчас 5 часов вечера. Уже так стемнело, что просто капец. Уже прям вот темно. У меня вот из-за этого вообще абсолютно никакого настроения нет. Я думаю, что и большинства вот вечером. То есть уже такое ощущение, что спать пора. Спать, а время только 5. Ой, блин, как обычно все. Суровая зима. Писать проблематично. Так. 60 тысяч стоит костюм, да, 60 тысяч, 62 тысячи с большой скидкой. Так, куртка, конечно, бомба. Так, девочки, кто со мной в деревню поедет, спрашивает какой-то Александр Зе Гриатест. В деревню, ну вот я не знаю, может кто-то и поедет, почему бы нет. Вы на Новый год приглашаете моих подписчиц? Может быть там и кто-то ищет себе на Новый год пару. Так, я за 60 тысяч все «Жигули» купил. Вот, опять. Ну, хорошо, молодец. Себе купил «Жигули». Я поздравляю с покупкой. Для кого что? Для кого какие? А кто-то 60 тысяч проедает просто в ресторане. Может себе позволить. Почему бы нет? Я вот этого тоже не понимаю. У каждого свои. Понимаете? У каждого свое. Кому-то «Жигули», кому-то куртка, кому-то кольцо, кому-то телефон. То есть, ради бога, если вам это нравится, это просто и хорошо, что вы довольны. Почему бы мне нет? Мне вот эти «Жигули» за даром не нужны. Так, у нас в Италии все прививки делают, так что скоро все будет хорошо. Ой, ну отлично. Но у нас тоже начали прививки делать, кстати говоря. Вот. Меняю «Жигули» на куртку. Нет, я не поменяю. У меня такая куртка красивая. Вы что, какие мне «Жигули»? Я на них не смогу ездить. Так, слушайте, ну вообще все темнеет, темнее и темнее, темнее. Короче, я сейчас мчу тогда. Сейчас зайду в рестик, сделаю заказ стола, узнаю, что у них там за программа будет, да? И сегодня тогда вечером. Или еще раз будет тогда прямой эфир. То есть сегодня все. 4 тысячи по тысяче каждому, все, я вручаю. Сейчас приедет Юлечек, моя любимая доченька, она мне все поможет это сделать. Мы сейчас разберемся, почему комментарии не загружаются. Это вообще безобразие какое-то. Вот, и все будет по-честному. И сегодня же прям денежку, сегодня же переведу.
всех обожаю, всех просто обожаю. Так, с прививками хорошо. Вы так, 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 так. Вы что? Чё-чё? С дуба упали? Ой. Ну, давайте, знаете, у кого какая... У каждого человека свое вообще видение. Кто-то считает, что с прививкой, да, будет хорошо. Кто-то против этих прививок. То есть это такая тема, знаете, мы можем про нее говорить хоть неделю, но толку от этого абсолютно не будет. Мы просто можем поговорить и все. А на этом, то есть так все, вакцинация будет продолжаться. Что у нас в стране, что в Италии, что где. Поэтому... А, кстати, еще, знаете, мне написали. Юля, а вы что, ковидом уже переболели? Типа того, вы везде ходите. Я вообще, в принципе, я уже говорил, да, периодически без маски хожу. Общайтесь, говорю, с большим количеством людей, вы 100% должны были заболеть. Хрен его знает. Я ничем не болела, но, по крайней мере, у меня абсолютно не было вообще никаких симптомов. И у меня запахи не исчезали вообще ни на секунду. Вот, поэтому не знаю, переболела я, не переболела, хер его знает, ничего не могу сказать, абсолютно, не знаю. Если переболел, то хорошо, я этого не заметила. Если не переболел, то может тоже хорошо. Так, ну все, давайте тогда до вечера. Все, до вечера. Вечером разыграем, объявлю обязательно сегодня в сторис победителей и по возможности, может, тогда еще прямой эфир проведем. Я, кстати, расскажу, почему потом, да, почему комментарий не грузит. Сейчас мы разберемся, что это за фигня такая. Вот, все, давайте я завершаю, эфир сохраняется и тогда объявлю обязательно. Сегодня все, уже нет даже тянуть смысла дальше. Все, всем пока.